Мы в финале конкурса Level Up. Или... Короче говоря, нам остался последний бой. Жирным шрифтом в задании было сказано привлечь внимание спикера на будущей конференции. Мы стали пробовать. Веселые костюмы. Строгие костюмы. Дурацкие костюмы. Но мы поняли, что все это не то. Это не подходит. Чтобы задать вопрос, вопросом нужно стать. Насчет вопросов мы долго думали. Думали. И вдруг в голову ко мне пришла гениальная мысль. Нужно спросить у Алисы. Давай спросим у Алисы. Алиса, ты нам все расскажешь. Дима, это не та Алиса. Мы спросили у той Алисы, и она посоветовала нам задать 3 актуальных вопроса и изучить соцсети спикера. Таких было 9000. Мы изучили все. Андрей, это, конечно, все хорошо, нам надо начинать снимать. Дима пошел снимать. Снимал англичанина, снимал учеников, что-то вечное и легендарную музыку. Мы не тем занимаемся. Мы начали заниматься тем. Ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я... Товарищи, которые нарисовали знак вопроса у тебя на лицах, мне кажется, нужно дать им слово. А вас приветствует команда первого мозга. Первого человека на Земле звали Адам. Через 1000 лет его помнят и чтят. У вас говорящая фамилия. Подскажите, будут ли помнить Адамского и его учения через 1000 лет? Хороший вопрос. Непредсказуемо, кто остается в культуре, а кто нет. Хотя, что называется, чем черт пишет. Видеоконференция подошла к концу, ну а мы поставили видос на рендер, да? Да. Так что ждите. Мы были очень рады поучаствовать в проекте «Медиа Вертикаль». Это был наш первый опыт, так что не судите строго. Короче говоря, мы в финале. Ты Венера, я Юпитер.